первую четверочку заноса. Пошли домой. Занос где-то 50-100 метров от дома. Набор высоты. Ветер юго-восточный. Метра 3 в секунду. Набирает высоту. Тройка уже хорошо взяла. Молодцы. Трое уже хорошая высота. А, внизу бьет. Внизу уже бил. Пока меня сейчас, сука, третий снимал, наверное, забрал уже внизу. Нижних. Сейчас пойду, Андрюха, не знаю. Нижних было 5, осталось 4. Вот они, пятерка была. Осталось 4. Уже, наверное, забрал. Тройка надо мной. Вот, красиво стало. Пятерка набирает высоту. А? Да. Да. Набор высоты пятерки, двое чуть ниже. Пятерка набирает. Ага. Там же две серёжки тоже. Да. Вот тройка, белый. Вот две серёжки и словец. Ага. Отходят тройка. Такой как-то болтающийся полет. Но набирает высоту. Трое набрали, да? Да вот трое пятеро. Вот она тройка белый. Угу. Вот они в пятеро сейчас. Понял. Вместе. Они сейчас пятеро вместе стоят. Понял. Понял. А двойка вот она. Двойка метров 250 уже. Ага. Но она там чуть-чуть на проходе двойка. Эти над двором. Ага. Набор высоты уже хороший. Вот они сейчас на белое выходят. Вижу. Камера еще пока берет хорошо. Камера этих уже возьмет, нижних. Да. Да я нижних не хочу, пока верхние беру. Вверху 5, да? А? Вверху 5. Вверху пятерка. Ага, вот они. Кучно, а хорошо вот пошли они вверх. А нижние где? Да вот они, вот. Они не а, нижние вот, ага. Ну посмотри, что-то рябая там что. Сейчас. Я думаю, это белогрудая. Белогрудая, скорее всего, Андрюха. Сейчас вот она повернется, хвост, у рябого хвост вырватый, а у белогрудой полный. Ну по полету как белогруд. Ну они похожи по полету. Хорошо пятерка стоит над домом. Да, пятерочка стоит хорошо. Вот они. Сверкает. Уже метров, наверное, 500, да? Метров 500 точно, да. Классно. Вот они, поймал. Пятерка поперла вверх. Отдохнули вчера. Следующая партия, набор высоты. Куда-то туда пошли. Не туда пошли. Сейчас должны развернуться, понять, что дом не там. Этих подальше занес. Эти такие немножко порыхлее. Вот они начинают тут. Может, тут в поле и сядут все. Да так, чтобы видно было. Занес их метров на 200. Это они еще сами колыхнулись метров на 100. Получается, метров за 300 от дома. Уже все, уже надо набирать. Андрюха звонит. Да, слушаю. Алло, да, привет. Приходи, гоняем голубей. Ага. А, ты на работе, да?
Понятно, понятно. Ну ладно, Кузьма, а то я сейчас снимаю. Давай, если что, заходи. Пятерка хорошо стоит, еще следующую партию кинула, 9 штук. Набирают гору. Давай. Ага. Еще 9 зарядил. Первый раз я кинул 5. 8, наверное. 8, да. В горе 5, двое село. Вот следующие 9 штук зарядил. Вот они потихоньку идут домой. Вот я их тут на таком пустыре бросаю, чтобы им нигде невозможно было зацепиться. Вон они потихоньку через блондина так переходят, идут домой. Сокол пришел. Сокол уже здесь. Выпадает 2 на 1. Или 2 на 2, она такая. Тройка повыше. Вторая партия. Вот песочная, конопатая. И еще что-то. А сокол уже тут. Уже здесь, я его увидел. Молодой Юрий, Аница, старый Юрий. Опа, жабры испугались, вот собак. Вот молодой Юрий. Стал подгонять молодого Рябова. Третий кинул я. Пятер, ну пока не дойду, они уже тут садятся. Вот он молодой. Моя рыбочка. Московский. Сейчас пойду эту подкину. Ага. Она уже там чуть-чуть осталась. Ага. Это что у Тарарева было. Моя рыбочка. Даже неплохо было на высоте в тройке, когда шахматы забрали. Если голубка пусть летает, пусть потихонечку. Я как за что-то. Бурная, дударька. А, дударька. Вот это ты и кинул, да? Видишь, она на крылышке жалуется. Ага, Андрюха дударьку кинул, это. По Сашиному бурову. Ага, мы думали, голубь это голубка. Еще не готова. Пятерку видите, чи не? Пятерку только видели. Пятерку видят они. Двое ниже стоят. Песочная стоит. И кто еще? Одна на четыре. Песочная ниже стоят. Вот они. Вот они парой. И пятерка выше. Я не вижу. Камера не берет. Он, они там, ребята, смотрят. Вижу, двоечку я хорошо беру. Молодец. Увидел по 5. А, и я, такая сделал. Высота, вот смотри, они над нами, а темных не видно. Так, ага. Чуть повыше стали. Время, да? Скажи, какое. А? Пятерка на хорошую высоту. Да. Сколько они упали? 4,52 минуты. 52 минуты, пятерочка в полете. Ну, в 12. Опа. Вышел курить, Андрюха, в 12. Потом я ж ты тут стоял. Я понял, что Вовка пошел кидать. Так глянул, 5 минут первого. И вот я их увидел 4,12. Ну или 5 минут первого, смотрю, голуби вот, летят. Попробую поймать. Нет, так, вот мой. Пара, 5 штук летает в час. Не могу поймать. Ну, пацаны отвидят их все, да, и камера плохо берет. Да я, у меня зрение хреновое. Пятерочка всегда над домом. Вижу.
увидел я их, сейчас попробую взять. Хорошо видно белого запорожца. Увидел я их, Андрюха, только камерой плохо не могу взять. А. Белая хочет уже осадить. А по времени сколько уже? Час 20? В горе летают голуби, час 10, час 11. Час 11. Вот хорошо снимать голубей вот так вот. Так, гарбора белая вот тут вот где-то подошло к нашему. Как бы поймать? Вроде бы и не высоко, а голубое небо, но камера. Вот возле белой точки. Где-то вот тут гарбаровский. Вот. Не вижу гарбаровский над нами. А. Белая хочет уже осадить. А по времени сколько уже? Час 20? В горе летают голуби, час 10, час 11. Час 11. Вот хорошо снимать голубей вот так вот. Так, гарбора белая вот тут вот где-то подошло к нашему. Как бы поймать? Вроде бы и не высоко, а голубое небо, но камера. Вот возле белой точки. Где-то вот тут гарбаровский. Вот. Не вижу гарбаровский над нами, как они. Пятерочки. Вот они два темных впереди, одно сплошное, одно дырочное. А сзади белый микро. Как же плохо на высоте поймать. Только сейчас только белое. Ага. Не, ну у него там вот летает. Я видел раз, у него пятерка так задула до церкви. Ага. Мы там работали. Да, я вижу, что он раз поднимает. Вот мелькнуло так в
поймал иной раз, они промелькают на этом. Ну, чтоб... Светлая там ночь, да? Да. А, он темный впереди. Темное одно, а где еще два темных? Да, вот он белый за темным прил. Увихи сейчас вот тут вот летает парочка. Попробую поймать. Не, ну летает, да. О, поймал. Поймал я вихиных. Гарбаров поймал. Представляешь, своих не вижу, а гарбаров поймал. Одно он темненькое. А наши вот они, как раз над нами сейчас. По времени сколько наши летают? Гарбара летает. А гарбар не орёт, сколько у него штук? Сейчас 20 летают. Сколько у него штук летает? А вот смотри, что-то падает. Это что такое? Полухвост, а там пришел. Вот. Это пришел, это пришли. Сейчас 20 наши. Песочная. Да, ну вон у гарбара двое. А что ж это такое? Слава, а полхвоста, это полхвоста пришла. Хочется, чтоб... Вот хорошо, как снимать, когда вот так летает. Хочется, чтобы Юрий ты гонял. Дай я тебя сниму. Юрий, когда будешь гонять? Там можно. А то много соскучились по тебе люди. Они раньше, знаешь, как, какой ты популярный был? Угу. В видеороликах. А сейчас что-то... Сейчас работа. Работа? Да. Ну, надо же до удовольствия получать. Ушел темно, пришел темно. Так бросай работу. Я скоро был. Вихиных увидел, поймал, понял? Гарбара. Да, о, стоит, вижу. Ага. Двое у нас. Две девятиэтажки. Нехорошо вот этих вот ловить. Вот таких вот. Он видишь, он, что он на хресте сидит. Один мне говорит, а что он так крылья поднял? Понял? У меня этот лом так бурчал, понял? Бурчит и крылья. Что он так крылья поднял? Да, говорю, хочет. Соколов пугает. Что он так крылья поднял? Ох, белая как горит. Что он так крылья поднял? Сколько в горе летает пятерка? Ну я же говорил, 1:20. Да уже ж время прошло после 1:20. Долго спрашиваю. Да? Нет, 1:20 там. А вот эти говорю. Двое, это с тех, до светлых? Не, это только что. До сих пор летает. Да не до сих пор, она сорвалась. Да, это сорвалось. Это сорвалось, и та пришла. Это они только что сорвались. А пришла это не с тех, да? Не с тех. А. Это она как бы... Ну, где-то сидела. Где-то сидела, да. Поймал пятерку. Поймал, Андрюха, я, наконец-то их. Скажи время! Поймал наконец-то 5 штук. Сейчас 34. Поймал рябого, белого и темного. Это рябы, да? Не 2 в середине? Не. Оно не все, не пятерка. Все, все вместе сейчас, да. Рябый первый твой. Красиво стоят. Полтора часа. Час 42, ты говоришь, да? Да. Я поймал вот сейчас вот Славку. Это словец и рябый. Молодой. Это Славка. Молодой рябый. Час 42, Андрюха говорит. А те выше, над Славцом и над Славкой. Две середки, да. Сплошная, две середки моя. А белый вот он падает. Отдельно. Вот рябы, Андрея. Это Славкин нук, ты говоришь, да? Ну, дома, да. Славкин нук. Час 42. Вот они уже начали подкруживать на посадочку. Вот они, голубки, на заходе. Я пока рябость. Опа, что-то там. Они сейчас все пятерки вместе стоят. Да? Рябы, как раз рябы отдельная, четверка вместе. Ну, сейчас вот они подойдут, я рябов вот, буду брать. Ну, вот рябы подходят к Словцу. Подошел к Словцу. А те чуть-чуть на передаче. Не буду уходить. Почему? Потому что потом камера на голубом плохо берет. Рябый падает, рябы не выдерживает. Молодой. Нелиняный. Пока Славка в кадре. Ну а Славка чуть-чуть на передок. Да, те голуби? Да. Я буду Славку держать, чтобы они подошли сами. Но они рядом стоят. Только сейчас словец откололся чуть-чуть. Словец над рябом. А то тройка повыше чуть-чуть. Блондин погнал. Сколько над блондином там? Двое. Двое. Белые конопаты.
Ну где еще тройка? Я ну вот тройка подержу. Вообще над голубями. Вот, вот, да. Вот, ну они, сейчас вот я Славка. Подкру... Вот они сейчас будут над... со Славкой будут соединяться. Они уже кружочек дали, садятся. Я Славку держу. Ну он не рядом, тройка. Опа, вот все, вошло. Две в середке вошла, белый вошел и твоя вошла. Все, четверка вошла. Вот эти голуби отлетали уже час 50, наверное. Ну сейчас вот рябы будет садиться, рябы тоже вот он над этим. Над крышей. Рябы снимаешь на посадке? Сейчас. Да я его там снял хорошо. Дать стоит уйти. И потом резкость камеры. Она же цифровая. А вот, все, взял Рябова. Скажи время Рябова, не ленивут. Час 45 рябы сейчас пока. Но еще не все. Час 45. А тебе пошли в гору. Верхний опять что-то подзабирает. Угу. Сейчас 45 голубь отлетал. Не ленил ты, Андрюшкин. Сил нету, сил нету, он уже куда угодно садится. Куда угодно, уже лишь бы сесть. Час 45, долинки. Час 45, а эти здесь, вот они. А вот две серёдки отошла чуть-чуть, видишь? Ага. Две троечки. Мне нравятся мои две серёдки с белым улетали, как, да? Ага. И с белым как. Надо пару такую сделать на следующий год. Можно. А у Коля, ну да, у Коля что-то темное летает, да? У Коли троечка хорошо летает, вот я пришел кормить. Наши сегодня отлетали 2 часа 8 минут. Четверка, вот у Коли тут под вечерок спокойно стоят. Коли Сатышева. Трое. Ну что, будем кормить. Пара вон у Коли выпадает. Темненьких, светлые были эти темные. Светлые на ночь летают. Усатый шел, пора садиться. Николая Сатышева на посадке пара штук. А где-то ж трое белых еще было повыше. А он белый один повыше их. Он белый. Летает светлый и один темный этой стройки, высота приличная. Метров 300 выпадает. А вот и темный, вот тут где-то темный. Зараза.
плохо ловить. Вот так только когда это... Вот белый. Вот так когда крыша ловится, тогда он как-то резко берет камеру.